большое спасибо. Добрый вечер. Вообще очень невероятное место. Мы здесь, многие из нас здесь первый раз. Спасибо, что вы пришли. И если сегодня будет концерт удачный, то это, конечно, благодаря тому, что вы здесь с нами. Концерт был очень много раз просто под угрозой срыва. Антон Баронин буквально неделю назад сломал себе палец. У него на руке, вы видите вот эту штуку. Но, и поэтому, во-первых, это героический поступок специально приглашенного гостя Антона Баронина. Героический. А во-вторых, вы сегодня услышите, что может сыграть такой блестящий музыкант своими 9 пальцами. Практически ничего нового. Все то же самое, что и 10. Мне очень приятно, что сегодня постоянный участник нашего коллектива Саша Машин отложил всю свою концертно-фестивальную деятельность. И он с нами. Он не мог пропустить этот концерт, потому что он живет на соседней улице. И дошел сюда пешком. И не поехал в отпуск, в отличие от многих других участников нашего коллектива, Армен Макартычян. Сегодня у нас, к сожалению, с нами нет Константина Сафьянова. Его увезли отдыхать в Италию. Но у нас сегодня будет потрясающие, совершенно специально приглашенные гости, который будет петь. Это уже совсем уже тяжелая артиллерия. Если вы знаете, наш коллектив, у нас очень редко кто-то поет. Но сегодня с нами будет петь совершенно блестящая певица Асет Самраилова. Поэтому я надеюсь, вам будущее будет. Ну, потому что понравится. Мне кажется, сегодня конференция пока еще не идет, поэтому надо что-то сыграть. Thank you.
Thank you.
направлен на это. Саша Машин, барабаны. Очень часто бывает, что мы вот эту композицию, она называется «Делайла», ее написал Виктор Янг для фильма «Самсон и Далила» в 49 году. И мы, вообще она задумывалась как лирическая, как Виктором Янгом, и нами она тоже задумывалась как лирическая. Но вот к чему все это привело. Поэтому сейчас играем еще одну лирическую композицию. Она называется «Como un bolero». Это кубинская музыка. Поэтому Саша Машин на хай-хэт вешает специальные ракушки, которые он... Не ракушки? Это когти козы, а выглядят как ракушки. Я хотел рассказать историю о том, как Саша Машин эти ракушки вылавливал, но если вы не против, я не буду рассказывать, как он добывал когти козы. Como un bolero. Thank you.
Еще один очень важный участник нашего коллектива. Это наш звукорежиссер Илья Мазаев. Уже когда мы сюда пришли, нам сказали, что здесь есть свой очень хороший звукорежиссер, но было уже поздно. Илья уже приехал. Илья Мазаев. И не знаю почему, во время саундчека потрясающе он работал вентилятор. Он приятно очень обдувал сцену. Большое спасибо. Да, здесь салфетка не спасет. Если можно его включить, мы будем вам... Ничего страшного, что звук будет не то что летать, он будет вибрировать. Нет, правда. Кстати, я с этим эффектом столкнулся на программе «Танцы со звездами». В силу моего теплообмена на «Танцах со звездами» на втором канале «Россия-1», простите. И у меня прям стояло два вентилятора, которые были направлены точно на меня. И когда я играл, звук получался такой. Примерно так. Но это не помешало нам закрыть 10-й сезон. После нас больше не было «Танцев со звездами». Кстати, я обязательно должен это сказать. Телеканал «Культура» начинает новый проект, ведущим которого буду я. У проекта, к сожалению, пока еще нет... Это уже официально появилось на сайте телеканала «Культура». У проекта, к сожалению, еще нет названия, несмотря на то, что съемки начнутся вот прямо со дня на день. Проект готовился целый год, больше года. И там будет такой формат, что там будут тоже столики. И мы ждем гостей, поэтому прямо на сайте телеканала «Культура» вы можете оставить свои заявки. Потому что мы очень хотим, чтобы там была наша публика. Нет, публика телеканала «Культура» тоже очень хорошая. Это тоже наша публика. Поэтому приходите, мы вас приглашаем. Спасибо. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Серебряная женщина». Я ее буду впервые играть один. Обычно со мной играет либо автор этой композиции Денис Швытов, либо его родственник, замечательный саксофонист Дмитрий Мостин, либо Константин Софьянов. Но они сейчас все отдыхают. Вообще в августе все музыканты, все успешные музыканты отдыхают. Thank you.
нашим барабанам. Саша, нашим. Так и хочется процитировать Антона Боронина. Барабаны все-таки очень выигрышный инструмент. Мы сейчас играем композицию, которую в наш коллектив принес Антон Боронин. Написал ее в 1966 году специально для нас, Александра Пахмутова. А может он в этот момент, вот я точно знаю, что концерт пишется, у меня просто очень хорошая шутка, я бы не хотел, чтобы ее записали. Ладно, лучше сыграем. Песня называется «Нежность». Thank you.
специальной гостью сегодняшнего концерта Асет. Она настаивает, что не Асет, а Асет, но разрешает мне называть ее по-разному, да, разными словами. Асет. Кстати, знаю, что мы сегодня будем исполнять, мы уже исполняли композицию, которая называется «Серебряная женщина». Асет надела серебряные туфли и оставила где-то у стойки бара, да, серебряную сумочку. Надо было взять. Раскрытую надо было взять и поставить прямо перед сценой. Асет. Добрый вечер. Мы долго слишком откровенно во втором отделении сделали. Приду сумочку. Thank you.
to the crystal rainbows fall, and the beauty of it all when the sun is shining through. And when I see the moon sign that I think of you sometimes, I wanna spend my life. Спасибо.
Большое спасибо. Надеюсь, вы от нас отдохнули. Спасибо. Конечно, это было кокетство. Вообще музыканты очень много кокетничают. Часто заканчивают раньше концерт. Потом играют на бис много раз. Это я вам рассказываю, что будет в конце вечера. Нет, мы будем играть всеми 39 пальцами здоровыми. Мы начнем второе деление с композиции, который называется Wild Turkey Future. Я не знаю, есть ли в баре замечательный бурбон Wild Turkey. Нету. Давайте тогда назовем ее по-другому. Я написал в прошлом году специально, под впечатлением от сотрудничества с компанией Wild Turkey, амбассадором которой я являюсь. Это очень круто звучит. Наверное. Но не для вас, я уже понял. Мы начнем. Thank you.
Проблемы с названиями. Поэтому приходите чаще на наши концерты. Если у вас вдруг возникнут какие-то правильные ассоциации, особенно если названия будут достаточно хулиганские или двусмысленные, мы будем только за. За. А, кстати, вот у нас большой сейчас проект в Татарстане. Третий год мы действительно занимаемся ребрендингом татарской музыки. В этом нет ничего смешного. Действительно очень хороший проект. У нас там оркестр, человек 40, я музыкальный руководитель. Я на третий год я написал композицию и тут долго думал, вот как бы ее назвать, чтобы, ну, с одной стороны, это было такое очень красивое татарское название, а с другой стороны, чтобы, ну, все-таки оно было чуть-чуть такое хулиганское. Я ее назвал Жайдак-кыз, что означает наездница. Спасибо. Спасибо за этот мужской смех. Мне никогда не дадут так пошутить на телеканале «Культура». Еврейская композиция. Называется «Ихобуци Филипп», что в переводе означает «Я так тебя люблю». Вообще у нас очень много разной народной, национальной, этнической музыки. И хоббится Филиппу. Кстати, концерт пишется, поэтому аплодируйте громче. Thank you.
Thank you.
Антон Баранов. Саша Махин. И слово на вашей даме Армен Абрикян. Сейчас сыграем композицию специально для того, чтобы соло сыграл Армен Абрикян, потому что очень важный музыкант в нашем коллективе. И он играет очень яркие соло. Но в этом концерте он пока еще сыграл только маленькое лирическое еврейское соло. Очень удачное. Армен Абрикян. Композиция называется «Pick up the pieces». Я даже не представляю, как она прозвучит в квартете, потому что я обычно играю минимум с одним, а то и сразу с двумя моими друзьями-саксофонистами. Вообще у трубачей всегда есть друзья-саксофонисты. Очень редко бывают друзья-трубачи. Нет, ну не потому, что вы подумали, конкуренция тут ни при чем, просто очень мало хороших трубачей. Чуть-чуть. На самом деле много, просто меньше, чем саксофонисты. Композиция называется «Pick up the pieces». Попробуем ее сыграть в квартете. Чего не сделаешь для того, чтобы Армен Абрикян там сыграл соло? Thank you.
Armando Catriciano, la chitarra. Anton Baranion, ballare. Sasha Mastan, ballare. И мы снова хотим пригласить на эту сцену замечательную шоу певицу Осет, которая не разрешает называть ее как угодно. Я называю ее Аськой. Аси. Асенька, ты где? Ты здесь прекрасно. Осет. Кстати, мы с Осет тоже познакомились на телеканале «Культура», на программе «Большой джаз». Было очень круто, осипело. Ей сказали, что она очень здорово поет, но это совсем не джаз. И вот именно в этот момент я больше всего заинтересовался ей как артисткой. Кстати, у Осет есть совершенно замечательный диск, альбом, не знаю, как же, уже два. А мы не виделись всего полторы недели. У нее есть диск с авторской музыкой, где она выступает как автор текстов и автор музыки. И, скажу честно, я слушал этот диск от начала до конца. И очень редко я такое, ну, лично у меня так бывает, когда я слушаю свою коллегу и понимаю, что мне мало вот этих было композиций. И мы сейчас вам представим одну из самых лирических, самых красивых песен, которую написала Осет для себя же самой. Она называется «Не отпускай меня». Так называется? Да, именно. Посвящается Вадиму Леонидову. Thank you.
Thank you.
Спасибо! Лучшее! А сердце уронило! А сердце... произойдет. Ну, как-то закончи фразу. Ну, в общем, если это будет хорошо, да. Это должно быть хорошо. Композиция называется Mercy, Mercy, Mercy.
Спасибо. Реже и реже, потому что у него просто блестящая, блистательная и потрясающая карьера во всем мире. Сегодня играл всего одно соло. Да, он должен, мне кажется, он вообще должен сыграть сольную композицию без нас. Целиком. Но мы немножко... У него есть целый альбом, он недавно записал альбом, где играет только он один. Там есть еще несколько музыкантов. Но они не в счет. Мы сыграем композицию, которая называется «Капвердиан Блюз», для того, чтобы Саша Машин сыграл там. Большое слово. Thank you.
Александр Машин. Еще одна композиция, которую мы сейчас сыграем в дуэте с Антоном Ворониным. Если Саша и Арик готовы нас поддержать, то вполне могут поддержать, а если нет, могут не поддерживать. Ее написал Михаил Теревердиев для нашего дуэта. Да, специально. Thank you.
Свел и вообще очень много нам помог звукорежиссер Илья Мазаев. И в заключение нашего сегодняшнего концерта мы начнем сейчас заключать концерт. Все сыграно, хорошее. Мы сыграем композицию, которая называется «Канталопские острова». «Дымные острова». В переводе. Я что-то не очень рада. У нас один раз в коллективе работал саксофонист, который на сцене прям играл. Очень здорово, кстати, играл. А потом я подходил к микрофону и говорит, вам что, не нравится мое соло? Он говорит, ну тогда поаплодируйте мне. В отличие от меня, он это делал прямо во время игры. Канталовские острова. Thank you.
Большое спасибо. Антон Баранин,
Армена Петусян, Саша Мартин, Илья Мазаев и Вадим Олимпийский. Все мы вместе чувствуем легкую недосказанность. Поздравляем еще одну композицию. Вариантов нет. Кстати, Эдуард Николаевич Артемьев настаивает, что он называется «Три товарища». «Три товарища». И в нашем коллективе родилась шутка, знаете, да, что «Ну почему три товарища, и же в фильме больше?» Мы решили, что «три» — это глагол. А потом у нас родилась еще одна шутка. Ну, вы, наверное, знаете, вы люди, наверняка знаете театр «Сатирикон» режиссера Романа Пиксюка, и он поставил дядю Ваню Чеховского. Да, и так дядю Ваню никто еще не ставил, совершенно верно. Так вот, так товарищи еще никто не тер. Thank you.
Антон Воронин. Арнольд Мазапетян. Саша, Маша, Илья Мазаев, Владимир Ильич, большое спасибо. Мы обязательно выступим еще раз в этом замечательном месте. Конечно, если нас позовут. Спасибо, что вы были с нами. Это был наш совместный концерт. Спасибо. Она сегодня очень украсила наш концерт. Большое спасибо, до новых встреч.